just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. I feel joy and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is
Здравствуйте, дорогие болельщики, канал «Шестой полевой» в прямом эфире представляет вашему вниманию матч между командами «Ташкент Селект», город Ташкент, и «Горняк», город Рудный. Матч проходит в рамках 4-го тура Кубка Федерации хоккея Казахстана среди юношей 2008 года рождения, группа А. Давайте пройдемся по составам играющих сегодня команд. Состав команды «Горняк», вратарская линия Энербек Есен, номер 30-й, полевые игроки 8-й, Ярослав Федоров, 9-й, Диас Едигенов, 11-й, Артем Гузовский, 13-й, Даниил Шкондин. 15-й Давид Дорожкин, 17-й Елисей Септа, 24-й Илья Сосмаилов, 25-й Тимирлан Джулунсов, 27-й Никита Худяков, 33-й Артем Федотов, 37-й Тимур Кириневич, 65-й Денис Лопухов, 81-й Кирилл Валентинов, 91-й Артем Агупов и 97-й капитан команды Ярослав Прокопенко. Главный тренер команды Борис Борисович Гостиев. Состав команды Ташкент Селект. Вратарская линия Александр Ан, номер 65-й, Игнатий Коротков, номер 75-й. Полевые игроки 2-й Тимур Камалов, 8-й Салахидин Азимов, 13-й Дербек Хусамбоев, 17-й Илья Попов, 19-й Камранбек Жураев, 29-й Дербек Нуридинов, 45-й Абдукаим Абдувасиков, 55-й Богдан Халевин, 58-й Марумжон Тажибоев, 69-й Амир Ниязов, 72-й Шахриер Муминов, 77-й Мухаммад Али Бахадиров, 79-й Александр Нечаев, 90-й Мухаммад Амин Шахабедин, 92-й Владислав Ермолов, 97-й капитан команды Мухаммад Юр Ганиев и 98-й Бехрус Бахадиров. Главный тренер команды Дмитрий Геннадьевич Макаров, помогает ему Абдурашид Абдувасидович Мусалиев. Ну что ж, друзья, пробежались по составам и давайте также вспомним про индивидуальную статистику игроков обоих коллективов. И начнем мы с команды «Горняк». Лидером в составе «Рудничан» является Ильяс Исмаилов. 23 очка в активе Ильяса, 13 шайб, 10 голевых передач. Вслед за ним идет Денис Лопухов с 22 очками, 12 шайб, 10 голевых передач. Ну и замыкают тройку лидеров два игрока. Это Никита Худяков и Тимур Кириневич. У обоих по 8 очков, 4 плюс 4 у Худякова, 3 плюс 5 у Кириневича. У ташкентцев же лидером является Илья Попов, 21 очко у него в активе, 15 шайб, 6 голевых передач. Вслед за ним идет Абдукаим Абдувасиков, 17 очков. 12 шайб, 5 голевых передач. Ну и замыкает тройку лидеров Мухаммад Юрганиев с 15 очками. 3 шайбы, 12 голевых передач. Ну что же, у нас уже да, потихоньку встреча стартует. Там вроде как команда должна разминку заканчивать. Прошу прощения, друзья. Там буквально секунда времени. Нужно кое-что перепроверить. Да, все в порядке. С настройками, к счастью. И давайте мы также вспомним, как команды провели матчи между собой на прошедших трех турах. Все три раза победа оставалась за командой Ташкент Селект. На третьем туре была упорная борьба, где ташкентцы одержали победу с счетом 2-1. Да на самом деле на всех турах была довольно упорная борьба между этими двумя командами. 5-3 на первом туре, 3-1 на втором и, как я уже отметил, 2-1 на третьем. В турнирной таблице команда «Горняк» занимает последнюю строчку, седьмую. Отстают на 4 очка от команды «Бейбарыс». И, в принципе, все еще имеют шансы обогнать «Атраусов». Предстоит ребятам очное противостояние. У «Рудничан» осталось еще 3 игры, как, собственно, и у «Бейбарыса». У «Рудничан» это матчи против команды как раз-таки «Ташкент Селект», «Кулагер» и «Бейбарыс». Поэтому здесь будет очень тяжело «Рудничанам», но нужно в каждом матче по максимуму стараться цепляться за любые очки. У ташкентцев же на данный момент вторая строчка с хорошим таким отрывом в 6 очков от ястребов. И упустить это второе место ташкентцам, уже по сути нереально, да. Потому что у ястребов остаются 2 игры против Бейбарыса и против команды Торнадо. И получается так, что даже если, допустим, да, ташкентцы сейчас 3 своих игры проигрывают, а ястребы 2 выигрывают, сравниваются по очкам с ташкентцами, у ташкентцев просто, да, в матчах между собой у ташкентцев больше очков. Поэтому здесь уже никак Ташкент Селект второе место не упустит, и на первое место подняться тоже уже невозможно. Поэтому ташкентцы, по сути, уже занимают второе место по итогам этого сезона, с чем мы, ребят, конечно же, можем только поздравить. Да, наверняка хотелось бы, может быть, первое место получить, но в целом второе место тоже прекрасный результат. Тоже появились на льду стартовые пятерки обеих команд. Звено Дениса Лопухова против звена Владислава Ермолова. Арбитры готовы, хоккеисты вроде как тоже. Ну и мы с вами, друзья, тоже в полной боевой готовности. Стартовое вбрасывание нашего матча остается за командой «Горняк». Лопухов вперед хотел шайбу отправить. Тут же перехват от ташкентцев. Покатили ребята в атаку. Заходит в чужую Попов по ближнему. Бросок идет по воротам. Блокирован был Ермолов. Оставление Попова в углу площадки. Попов. Наряд потерян был. Выведена была шайба из зоны рудничанами. На подборе Салахидин Азимов. Оставил Ганиеву. Ганиев на Попова. Попов.
в чужую зашел, удастся ли пройти Прокопенко. Нет, Прокопенко не пускает по поводу же заворота. Попов вынужден был развернуться, у ближнего борта шайбу теряет. Снаряд выкатывается к Шкундину. Шкундин. Нужно вводить шайбу из зоны сейчас. Шкундин замешкался здесь. Прокопенко подстраховал. Прокопенко. Снаряд теряет. Начинает смещаться за ворота. Сейчас Ермолов оставил Попову. Попов на синюю. Хорошая передача прошла. Ганеев бросил. Заблокирована была эта попытка. Шкундин на ближний. Шайбу отправляет. Синяя линия. Перекрыта была. Самбоев. Оставление на Ермолова. Ермолов. Падение. Агупов. Удается. Удается Агупову вывести шайбу в среднюю. Тут Лопухов попробовал зацепиться. До шайбы не добрался. И снова заброс в зону от ташкентцев. Прокопенко. Из-за ворот выкатывает Прокопенко. Отправляет передачу в среднюю. Хороший пас. Проходит передача на Худякова. Худяков залез в эту площадке. Там Камалов действует против него. Камалов по борту. Хорошая передача пошла. Но партнеры не справились с приемом. И по итогу шайба переходит под контроль Елисея Септа. Септа по борту отправил на Гузовского. Гузовский до шайбы не добрался. Передача под синюю линию от ташкентцев. Оставление от Абдувасикова на Халевина. Абдувасиков в дальний бросает. Парирует этот бросок Энерпик Есен. Отправляется шайба в угол. Там Гузовский первый. Гузовский вывел в среднюю. Камалов остановил эту атаку рудничан. Отправляет шайбу Камалов чуть назад. На Ниязова. Ниязов. Действует по площадке. Перевел на Камалова. Камалов пропустил дальше на партнера. Камалов. Снова шайба оказывается Тимур. Перевод на ближний, на Абдувасикова. Абдувасиков в среднюю. Пас неточный. Тут очень опасно Жудусов на самом деле отдавал. Очень близки были к перехвату ташкентцы, но немножечко не удается до шайбы дотянуться. Камалов начинает из зоны выкатывать. Пас под синюю. Халевин. Халевин. С броском этого парня все в полном порядке, но Халевин пока не торопится бросать. Решил выкатить передачу на Мухаммадали Бахадирова, но 77-му номеру бросить уже точно не давали. Там накрыли его моментально, и до броска дело так и не довели ташкентцы. Передача в среднюю. Неточный пас. Ниязов отыграл в центр. В чужую будет заходить сейчас. Так, Камрадбек Жураев, похоже. Жураев. За ворота сместился. Партнеры на пятаке действуют. Но Рединов там. Абдувасиков все это время тоже пытается найти себе пространство свободное. Абдувасиков сместился за ворота. Отправил шайбу по закруглению на ближний. Нужно попробовать оставить ее в зоне сейчас. Бехрус Бахадиров сместился в угол. Синюю линию удается пройти рудничанам. Шайба была выведена в среднюю. Передача пошла под синюю. Хорошая передача. В зону можно заходить. Бросок поворотом от Мухаммадамина Шахамедина. Реагирует Энербек Есен. Шахамедин. Попадает потом в коробочку. Просто взяли сейчас 90-го номера. Но снова шайба Мухаммадамин сейчас. Шахабедин. Передача на ближний не проходит. Вывести из зоны шайбу Федорову удается. Федоров. Под синюю линию передача. Киреневич. До шайбы добраться не успевает. Снаряд в углу площадки. Под свой контроль забирают шайбу. Хоккеисты команды Ташкент Селект покатили в атаку. Неплохо пролез Нуридинов на Дербек. Бросок по воротам. Блокируется попытка 29-го номера ташкентцев. Нужно выводить опять же из зоны шайбу рудничана. Заброс в чужую последовал от ташкентцев. Без проброса. Септа первый. Септа поехал там прессинговать Шахабедин. Не самая удачная попытка до вывода шайбы из зоны. В итоге уже Салахидин Азимов прикатил. Шикарный пас на синюю. Ганиев накатился. Ищет позицию для броска. Нет, это прострел от Мухаммадиора, который читался на самом-то деле рудничанами. И спокойно смогли они вывести шайбу в среднюю. Валентинов ушел от опеки в средней. Азимов все-таки шайбу у него перехватывает. Салахидин не стал пока новую атаку начинать. Отыграл назад на Ганиева. Мухаммадиор в среднюю. Хорошая передача на ход Азимова пошла. С тем Шкундин действовал плотно. Азимов окружен там просто оппонентами в средней зоне. В итоге заброс в зону последовал от рудничан. На подборе Лопухов первый за воротами. Лопухов на пятак. Передача не проходит. Агупов доборолся, но не успевает на пятак прострелить. И снова шайба из зоны выведена ташкентцами. Попов в атаку покатил. Попов далековато шайбу отпускает. Илья прекрасно понимал Азимов, что входить в зону там не стоит. Хусамбоев на Ганиева перевел. Ганиев Хусамбоева возвращает. Дербек. Оставление на партнера у ближнего борта. Агупов. На Лопухова передача пошла. Лопухов смещается в углу площадки. Наброс на ворота. Ну, такой, да, опять же, очень оптимистичный наброс. И надеяться, что такое пройдет. Это, ну, так, очень-очень оптимистично, и правда. Азимов. Дальнего борта.
Салахиддин зашел в чужую. Пас в центр. Нет, точно. Оказывается, синяя линия перекрыта Ганиевым. Мухамадиор. Какой жесткий силовой прием против Ганиева. Шаговый по площадке. Где-то как раз-таки под Ганиевым находится. Дождался Мухамадиор партнеров. Ермолов. Попал там под давление от Лопухова. В итоге там просто банально, да, количеством выиграли эту борьбу рудненчане. И начинает Прокопенко раскатываться. Прокопенко по ближнему борту пролезть не удается. Дерпи, как у Самбоева, 97 номер не проходит. Шайба отправлена была в центр шикарно на Ермолова. Ермолов не удается Лопухова пройти. Ошибка в передаче. Перехват от Исмаилова. Ильяс может раскатиться. Отправляет шайбу назад на Шкундина. Шкундин оставил Исмаилова за воротами. Покатил в атаку 24 номер. Исмаилов на заброс в чужую последовал. За ворота на подборе здесь первым оказывается Гузовский. Хорошо доработал ногами. Прострел через пятак. А тут бросок от синей линии мог получиться. Но успевают накрыть ташкентцы своего оппонента. И бросок этот был, соответственно, заблокирован. Халевин. Перевод на дальний. Передача проходит на Камалова. Тимур. За ворота сместился. Будет бросать Камалов в ближний. Энербек Есим парирует. На подборе Халевин первый. Халевин. Халевин. Выкатывает передачу на синюю. Тут же пас в угол. Прострел на пятак. На Абдувасикова передача не прошла. Исмаилов из зоны шайбу выводит. Передача в центр не проходит на Худякова. Перехват от Халевина. Халевин сам раскатился. Халевин зашел в чужую. Халевин на паузе. Айнарбек Есим выручает. Абдувасиков. Прострел. Тут так вот на дальний пятак шла передача, где не было буквально никого. Шайбу забрасывает Худяков в чужую. Александр Ан не стал снаряд фиксировать. Камалов по борту вывести шайбу пытается из зоны. Халевин до шайбы добирается первым. Халевин. Перевод на дальний. Оттуда можно начать новую атаку. А тут ошибка. Ошибка от игрока ташкентцев. Это Абдувасиков, по-моему, был. Либо же Халевин. Халевин, да. Шайба отправилась на скамейку в команде Ташкент Селект. И это, друзья, первая в нашем матче остановка. Ну что же, 7,5 минут без единой паузы провели команды. Это, конечно, очень-очень интересно. Вбрасывание остается у ворот команды Ташкент Селект за рудненчанами. Бросок от синей линии оказался неточным. Из зоны шайбу вывести удается ташкентцам. Передача под синюю великолепная проходит. Но Редина в падении от Надербека. И это удаление, друзья, в составе команды Горняк. Первая в этом матче. Давайте посмотрим, кто там отправляется на скамейку штрафников. Септа, по-моему, поехал за подножку. Отмечаем себе Елисея. Ну и смотрим за большинством команды Ташкент Селект. Так, у нас тут немножко подвисла, да, картинка из Шымкента, к большому сожалению. У себя, опять же, все проверяю. У меня все с интернетом в порядке, видимо, и правда. На арене в Шымкенте какие-то проблемы произошли. Будем надеяться на скорое восстановление канала, потому что хотелось бы, да, хоккей все-таки увидеть. Хотелось бы за большинством ташкентцев посмотреть. Могут сейчас они отличиться спокойно, а пропустить это все дело нам бы явно не хотелось. Там на точке Ермолов против Лопухова должны встретиться. Ну и давайте попробуем, да, пока какие-то, я не знаю, действия предпринять. Все-таки других вариантов у меня нет. Но нет, да, и правда. Проблема не у меня. Проблема именно на арене в Шымкенте. Поэтому стоит... Ну, как стоит? Нужно, да, просто ждать. Других вариантов у меня лично нет. Поэтому, если вдруг какие-то у вас, друзья, вопросы есть, вас интересующие, задавайте их обязательно в чате. Так, у нас тут картинка вроде как пошла. Ну, пока так, да, очень... С трудом, да, со скрипом картиночка идет. Но все-таки что-то мы видим, и это уже неплохо. Ганиев. Там уже, да, минута, по сути, прошла. 55 секунд до выхода удаленного Септы. Шайба под контролем ташкентцев. Оставление от Ганиева на Попова. Илья под синею. Хусамбоев с приемом не справился. Шайба снова в средней оказалась. Попов отыграл назад на Ганиева. Мухамадиор по ближнему борту шайбу протащил. Ганиев смещается в угол площадки. Передача пошла на дальний.
Азимов в угол. Наганиев. Аганиев Азимову хотел вернуть. Передача да, пришла на самом деле к Мухаммеду Йору. Но в коньки. Ой, а тут момент для Лопухова. Один на один выход. Лопухов бросает. И это идеальное попадание для 65-го номера. 1-0. Горняк выходит вперед, друзья. Классно убежал Лопухов, сделал все да, максимально уверенно, я бы сказал. Ошиблись ташкентцы, ошиблись довольно грубо, позволив Лопухову тут настолько да, сильно оторваться. Ну и Александра, она переигрывает. Переигрывает 65-й номер команды Горняк. В меньшинстве была заброшена эта шайба, что тоже да, довольно интересно. Не так много подобных шайб мы видели, в принципе, на этом турнире. Поэтому это, скажем так, некая редкость для этого чемпионата. Камалов. Отправляет шайбу на дальний. Передача оказалась не самой точной. Исмаилов. Отыграл на Жунусова. Жунусов на Шкундина перевел. Шкундин. Возвращает на ближний. Передача под синюю линию не самая удачная. Ну как передача? Это был выброс скорее. Если так подумать. Тут шайба отправляется к воротам Энербека и Сена. Шкундин. Отправляет шайбу на ближний борт на Худякова. Худяков убегает в атаку. Камалов сумеет и догнать. Камалов. Оттеснил Худякова. Добивание. И шайба не побывала в воротах. Ух ты. Перекладину фиксирует арбитр. Исмаилов прям показывал, что попал он во внутреннюю перекладину, я так понимаю. Но арбитр как будто обязан этот эпизод пересмотреть в ближайшей паузе. Других вариантов я для главного арбитра встречи просто не вижу. Халевин. Смещается в угол. Передача на синюю линию не проходит. Исмаилов из зоны шайбу не вывел. А вот тот момент для броска у Мухаммадалиба Хадирова. В ближний бросает 77-й номер. Шайба попадает в штангу и отправляется, да. Ну как в штангу, там в каркас ворот с внешней стороны. Штанга, не штанга, это не важно. А здесь у нас будет удаление в составе команды Ташкент-Селе. Так, попросил тут Исмаилов пересмотреть арбитра этот эпизод, и я прекрасно понимаю в этой ситуации Ильяса Исмаилова. У нас там, да, у арбитра как раз камера есть для этого хорошая, прекрасная просто. А мы с вами, друзья, давайте сами попробуем глянуть и разобраться, что же там произошло в том эпизоде и куда попал Исмаилов. Ну да, на ходу, конечно, разобрать что-либо очень и очень сложно, но, по-моему, и правда, шайба попала во внутреннюю там штангу, перекладину, не знаю. Может, да, вот эту вот как раз-таки, я не знаю, железку по центру ворот могла попасть. Арбитр просто внимания на это не обратил. Ну, сейчас он будет это все дело пересматривать, естественно, и уже после этого вынесет свой вердикт. Взятие ворот было, абсолютно прав тут арбитр, да. И я в целом более чем согласен, отмечаем себе Ильяса Исмаилова. И команда Горняк делает счет 2-0 в нашем матче. 10 минут ровно остается до окончания первого периода встречи. Вбрасывание. Остается за командой Горняк. Шайба под контролем Шкундина. Перевод на Прокопенко. Прокопенко на дальний. Не самая точная передача на подборе Шахриер Муминов. Муминов в среднюю. Дальше пас пошел под синюю линию. Жураев. В угол площадки Камранбек поехал. До шайбы добраться не успевает. Прокопенко первый. Жураев. Подбирает снаряд, отправляет на синюю. Наброс на ворота. Блокируется эта попытка Шкундиным. Шайба из зоны была выведена. Отправляется снаряд к воротам ташкентцев. На подборе. Первым оказывается Бехрус Бахадиров. Лопухов. Из-за ворот начинает выкатывать. Лопухов. Лопухов неплохо сместился в центр. До броска дело не дошло. Прокопенко на дальний. Шкундин под синюю. Передача неточная оказалась на подборе. В угол площадки. Бехрус Бахадиров первый. Бахадиров по закруглению шайбу отправляет на дальний борт. Хорошая передача. Тут же скидка в центр. Да, снова. Да, проблемы с интернетом на арене в Шымкенте. Ай, как обидно-то это все. Тут жесткий силовой от Лопухова у ближнего борта. Валентинов. До шайбы доберется первому дальнего. Передача на Губова пошла. Пас не проходит. Ганиев. Зацепился Мухаммеди Йор. Зашел в чужую. Ганиев. Смещается на ближний борт. Ганиев. Из-за ворот выкатил. Бросает в ближний угол. Добивание организовать не удается. Снаряд отправляется на ближний. Шайба под контролем Дюрбека Хусамбоева. Хусамбоев от септа ушел. За ворота сместился Дюрбек. Развернулся неплохо за воротами. Передача пошла на ближний борт.
Тут действует Ермолов. Ермолов хорошо уходит от опеки. Ермолов бросил добивание от Тусамбоева. Шайба попадает в сетку с внешней стороны ворот. Тусамбоев за ворота. Передачу отправляет. Показывает арбитр, что нужно вставать. Никакого удаления тут выписывать не планирую. Но Рединов потащил на дербек шайбу на дальний пятак. Поднимает на синюю линию. От синей Ганиев не успевает в угол ее отправить. Шайба оказывается в средней зоне под контролем команды Ташкент Селект. Передача нужна вперед сейчас. Ганиев контролирует снаряд Мухамедьер уже ближе к собственным воротам. Сместился за ворота Александра Ана. Ганиев. Передача пошла на ближний. Шайба под контролем Ильи Попова. Попов. Попов. Доброска. Дело удается довести Илье. Парирует Энербек Есен. Шайба за воротами. Под контролем команды Ташкент Селект. Выведена была шайба на ближний. Передача пошла на синюю линию. Хусамбоев. Синюю перекрывает Дюрбек. Шайба из зоны была выведена по итогу. Подальше. Тут на подборе будет первым Ниязов. А нет, звучит свисток. Да, проброс был зафиксирован. Нас с вами, соответственно, ожидает вбрасывание у ворот команды. Горняк. Выбрасывание. Остается за ташкентцами. Заброс в угол. За воротами в итоге снаряд оказался. Борьба в углу площадки выиграна была ташкентцами. Абдувасиков за воротами. Пытается от Гузовского уйти. Абдувасиков нашел пространство. Отправляет шайбу на синюю Камалову. Камалов. Передача на Халивина пошла на синюю линию. Халивин. Мощный выстрел. Шайбу фиксирует Энербек Есен. Выбрасывание. Снова за ташкентцами. Камалов. Сильно бросил тут Тимур. Не переигрывает он голкипера. Да, пока Энербек Есен прекрасную встречу проводит. Да и в принципе, да, по ходу сезона Энербек Есен в некоторых матчах творил какие-то невероятные вещи. Если вспомнить, да, вот матч, допустим, против команды Торнадо на одном из туров, когда победу держали Шымкент с счетом 2-1. Айнербек Есен вообще великолепную встречу провел. Я прям очень сильно удивлялся, да, тому, что показывал нам там 30-й номер рудничан. А здесь будет удаление в составе ташкентцев за толчок соперника на борт. Мухаммадали Бахадиров поехал отдыхать сейчас. Ну что же, только удалений, да, ташкентцам не хватало. И так у них все получается, мягко говоря, не лучшим образом. С другой стороны, да, как я уже и отметил, даже если все игры ташкентцы проиграют, абсолютно ни на что это не повлияет. Банально, да, никак, просто не хватит здесь очков игрокам команды Ястребы, чтобы обогнать ташкентцев в итоговом зачете. Просто это невозможно уже, поэтому ташкентцы могут себе позволить такие эксперименты, может быть, с составами, там, с пятерками, могут где-то, да, оступиться себе позволить. Да, конечно, не хочется, но... В целом, это не будет критично. Вот скажу вот так. Тут снова подвисает трансляция. Да, связался с оператором. И правда, проблемы с интернетом на арене. Проседает что-то сегодня канал. Пока что никак это решить не получается. Ну, в перерыве будем думать, что с этим делать. А пока будем, друзья, ну, в таком вот формате где-то хоккей придется смотреть. Других вариантов я лично не вижу пока, к большому моему сожалению. Выбрасывание. Остается за рудничанами. Лопухов. На синий. Перевод на дальний пошел. Бросок по воротам. Шайба у Александра Ана. Выбрасывание. Остается за командой Горняк. Передача отправляется на дальний. Тут же на Гузовского. Хороший Гузовский.
забросился в ворота. Ан в игру вступает, и Александр мощным броском отправляет шайбу в среднюю зону. Тут игра высоко поднятой клюшкой, чистейшая от Прокопенко. Сбрасывание нас ожидает в средний. Сбрасывание. Остается за командой Ташкин Селект. Вывести шайбу, да, удают сразу в среднюю. Вернее, как, тут видим мы, что придется Гузовскому в среднюю выходить 100%. Отыграл был снаряд на Прокопенко. Прокопенко смещается в угол площадки. Тяжело, тяжело, конечно, вот в таком формате хоккей смотреть. Я буду с вами, друзья, честен. Прям теряюсь я очень сильно, но куда деваться, куда деваться, да. Придется так, в общих красках исключительно игру описывать, потому что по-другому я тут, боюсь, не справлюсь, да, потому что каждое, ну, опять же, да, абсолютно все замечать вот в такой вот суматохе, я не знаю, в таких кадрах непонятных, это для меня что-то вообще, это фантастики просто. Лопухов не сумел вывести шайбу в среднюю. Тут Азимов накатился на пятак, до броска Салахидин дело не довел. Усанбоев вместе с партнерами в углу площадки действует. Там Ермолов, похоже, за ворота укатил, шайбу потерял. Лопухов в среднюю. На Исмаилова. Исмаилов в зону заходит. Бросать пока Ильяс не стал. Да, решил в зоне закрепиться, видимо. Заброс за ворота. Ганиев. Так, ну смотри, как канал тут подвосстановился хотя бы. А нет, накаркал я, видимо. Не хотелось бы, но деваться некуда. Опять же, очень-очень я хочу, чтобы наконец-то картинка была хорошей, чтобы мы видели все без вот слайд-шоу вот этого вот. И вот этот момент хороший для ташкентцев. Мухаммад Али Бахадиров как раз на скамейке штрафников появился, накатил. Но до броска дело не довел, банально не справившись с приемом. Шайба под контролем Дербека Хусамбоева. Хусамбоев. Передача пошла в среднюю на Бахадирова. Мухаммад Али отыграл на Абдувасикова. Абдувасиков был накрыт, да, оппонентами. А вот тут момент опаснейший. Айнарбек Есен реагирует. Сбрасывание. Остается за командой Ташкин Селект. Камалов. У собственных ворот расположился. Передачу отправляет в среднюю зону. Хороший пас под синюю. Халивин. Смещается в угол площадки. Халивин. И за ворот. Хорошая передача на Мухаммада Али Бахадирова. Тот с приемом-то немножко не совладал. Много времени потерял. Бахадиров. Развернулся у дальнего борта. Заброс пошел от него за ворота. На подборе первыми оказываются ташкентцы. Передача на пятак. Не проходит. Прокопенко. Из зоны шайбу не вывел. Абдувасиков. Дальнего борта добирается первым до шайбы. Заброс за ворота последовал. Жунусов. Какой жесткий силовой прием от Халевина. Но здесь все в рамках правил. Да, опять же, досталось, конечно, Жунусову. Но какие вопросы к Халевину могут быть? Хороший, чистый силовой прием. Снаряд у ближнего. Бахадиров забирает шайбу по свой контроль Мухаммада Али. Агупов выбивает снаряд с крюка на Валентинова. Шайба прикатилась. Валентинов. Пошел в чужую по дальнему. Абдувасиков забирает снаряд под свой контроль. Перевод на ближний пошел на Халевина. Халевин. Халевин по борту. Пролезть можно в угол площадки. Халевин бросает в ближний. И попадает шайба в сетку с внешней стороны. Халевин на Абдувасикова. Абдувасиков на синюю. Бросок в касание. Шахриер Муминов нести не сумел. По шайбе банально не попал 72-й номер. Абдувасиков. Хотел передачу под синюю отправить. В итоге к Камалову шайба пришла. А Камалов. Оставление на Халевина. Халевин находит пространство. Выстрел в ближний угол. Попадает шайба в кого-то из кучи игроков, находившихся в тот момент на пятаке. Септа отправляется в атаку. Заброс от Елисея за ворота. Камалов. На подборе будет первым. Камалов. Передачу отправляет по закруглению на Нуридинова. На Дербек. Покатил в атаку по дальнему. Нуридинов под силовой попал. Шахабедин на подборе первый. Мухаммад Амин. Хорошее оставление. Нудербек Нуридинов. Бросок по воротам. Блокирован был. Муминов. Хорошо добавил от синей. Справляется с этим броском. И Нарбек Есен.
Вбрасывание. Остается за командой Горняк. Шайбу из зоны вывести удается рудничанам. Нет, под контролем ташкентцев. Передача пошла под синюю линию. Шайба чуть назад вернулась. Да, шайбу снова контролируют защитники ташкентцев. Пас под синюю линию снова оказался неточным. Прокопенко доберется до шайбы уже в углу площадки. Прокопенко из зоны вывести шайбу не сумел. Покатил в атаку Лопухов. Лопухов. Наброс на ворота. Но туда кипера шайба не дошла. Бехрут Бахадиров вывел шайбу из зоны. Последняя минута первого периода. Взяла свой обратный отсчет. А вот тут Шахабидин шикарно доработал ногами. Но точность подводит Мухаммад Амина сейчас. Шайба отправляется в среднюю на Лопухова. Лопухов. Чужую зашел. Лопухов в центр отыграл. Бросок в ближний угол. Справляется с этим броском голкипер. Шайба у дальнего борта. Синяя линия не была родничанами перекрыта. Тут жесткий силовой прием снова против Шкундина. Но опять же, все было чисто. Шайба под контролем команды. Ташкин селект. Передача пошла в среднюю зону. Хороший пас. Азимов. Азимов протащил шайбу сейчас неплохо. Салахидин. На пятак бы выкатить передачу, но Шкундин прочитал. Шкундин. Вывести пытается шайбу из зоны сейчас. Шкундин. Ошибка в передаче. Азимов. Азимов. Салахидин. Снова за ворота. И вот тут бросок уже вместе с сиреной. Ловит на себя Лопухов. И мы с вами, друзья, отправляемся на 15-минутную паузу. Перерыв. Отдыхаем.
Ну что ж, друзья, возвращаемся в эфир, стартует второй период нашей встречи, и счет на табло у нас 2-0 в пользу команды Горняк. Да, пока результат получается у нас довольно неожиданным, я бы сказал, то есть, если смотреть, опять же, по ходу сезона, все три раза победа оставалась за ташкентцами, и, собственно, ну, если трижды ты выиграл, как будто бы и в четвертый, ну, не то чтобы должен, но... как бы ты явно фаворит в этой ситуации, если ты этого трижды победу одержал в трех играх. Но пока ташкентцы, да, ошибались много. То есть, да, позволили убежать Лопухову, позволили убежать Худякову. Ну и, собственно, рудничане этими ошибками воспользовались моментально, буквально, да. Лопухову хватило там скорости, чтобы обогнать всех, оторваться и забросить, а Худяков хоть и не смог там ногами Камалова обогнать, все равно момент создал, и оттуда уже на добивании Илья Смаилов вколотил шайбу в пустые ворота. Поэтому рудничане большие молодцы, прекрасный первый период от них. Попов, оставление Азимова, Салахидин на дальнюю перевел, Ермолов хорошую паузу выдержал, Айнербека и Сена не переиграл. Сбрасывание. За ташкентцами остается Бахадиров. Действует Мухаммад Али в углу площадки. Бахадиров на пятак. Передача не проходит. Шайбу из зоны выводит рудничане на подборе. Первым оказывается у ближнего борта Ниязов. Ниязов. Оставление на Камалова. Камалов. Начинает шайбу из зоны выводить. Передача пошла под синюю линию. Пас не самый удачный. Исмаилов за шайбу зацепился первым. Исмаилов. Оставил Септи, Септа Исмаилова за ворота. Не справляется Илья с приемом этой передачи. Жунусов теряется на лету дальнего. Халивин на синий переводил на партнера. Ниязов успевает до шайбы добраться, проткнуть ее за ворота. Ниязов потерянный снаряд в углу площадки. Там на подборе Исмаилов. Исмаилов отправляет Илья с шайбы вперед до Худякова. Снаряд все-таки добирается. Худяков отправил шайбу вперед по борту. Будет ли проброс? Нет, проброса тут не будет никакого. Шайба под контролем Халивина. Халивин отправляет шайбу в центр. Абдувасиков не справляется с приемом этой передачи. Шайба идет к Исмаилову. Ильяс отыграл назад. Да, максимально, максимально пытаются безопасно играть рудничане, но подобного рода действия обычно вот и приводят к таким вот ошибкам. Лишняя осторожность часто, да, только погубить на самом деле может команду, поэтому рудничанам явно сейчас не стоит вот такие вот передачи назад отдавать, ну прям вот настолько явно, да, очень уж это может печально для них закончиться. Шайба под контролем Ниязова все того же, по-моему, пас под синюю проходит на Ермолова. Ермолов в угол площадки пытается пролезть, против него там Лопухов действует. Лопухов забрал шайбу под свой контроль, вывел шайбу в среднюю, тут никого. На подборе Хусамбоев, Дюербек вытащил шайбу в чужую. Хусамбоев смещается в угол площадки. Хусамбоев попал под давление в углу. Там против него действует Лопухов. Попов туда же на помощь пытается сместиться. Нет, не Попов, там, кстати говоря, там Ермолов был. А вот тут у Азимова момент, Салахидин бросает в ближний для себя угол. Шайбу фиксирует Айнарбек Есен. Вбрасывание остается за командой Ташкент Селект. Хусамбоев хотел за ворота. Дюрбек начинает искать варианты для передачи. Шайба в итоге выкатывается в среднюю зону. Тут снаряд переходит под контроль команды Горняк. Передача пошла на Валентинова. Валентинов заброс за ворота последовал. На подборе у дальнего борта Илья Попов воткнулся неплохо в Лопухова. Лопухов перевел на Валентинова на ближний. Валентинов на синюю линию поднимает. От синий бросок последовал. Заблокирована была эта попытка. А тут какой момент упускает Агупа. В пустые буквально были ворота перед Артемом. И точность подвела. Подвела 91-го номера команды Горняк. Сейчас покатил в атаку Салахидин Азимов. Азимов сместился в центр. Нашел пространство свободное. Прокопенко прошел. Великолепная передача на пятак. Попов попадает в штангу. Снова здесь, да, повезло рудничанам, конкретно в этой ситуации по-другому ты и не скажешь. Пропустили они эту атаку, однозначно потеряли Попову на пятаке, но штанга играет за них в этот раз. Ганиев от синей линии Мухаммадьер бросал, заблокирована была эта попытка, шайба отправляется в среднюю зону. Тут Хусамбоев
Партнер страховал по спасению на Азимова. Салахиддин теряет шайбу ближнего борта. Шайба оказывается в средней у Ганиева. Мухамадийор от Исмаилова ушел. Сам начинает Ганиев в чужую заходить. Ганиев. Ход хороший набирает. Смещается в угол площадки. Ганиев попал под давление. Азимов поехал на помощь. Шайба в итоге оказывается под контролем Лопухова. Лопухов из-за ворот выводит шайбу в среднюю. На подборе Бехрус Бахадиров первый. Бахадиров. Передача пошла по борту вперед. Неплохой пас. Нуридинов оставил шайбу на ход партнеру. Заходит Дону Жураев. Камранбек. Решает через заброс за ворота сыграть. На подборе Септа. Вывел на дальний. Там пытается Худяков шайбу отправить по борту. Борьба в углу площадки. За кем эта борьба останется? Гузовский, по-моему, он ее там выигрывает. Но, да, шайба прижата к борту Гузовским была. Продолжают ребята там корпусом работать. Так, нужно, да, отдать снаряд, иначе арбитр вынужден будет свисток дать здесь. Шайба на синей линии под контролем Жураева оказалась. Камранбек на Нуридинова отправил. Нуридинов прострел через пятак. Прострел оказался неточным. Шайба за ворота отправилась на Нуридинова. Нуридинов попал под давление. Снаряд потерян. Шахабедин у дальнего. Оставил шайбу там за воротами. Нуридинов снова снаряд контролирует. Оставление. Шахабедин за ворота укатил. От Прокопенко уйти пытается. Шахабедин выскочить на синюю линию. Не дали. Отправляется шайба в угол. Там на подборе Нуридинов все тот же. Нуридинов. Да, здесь падение произошло, но Прокопенко никакие 2 минуты не получит. Шахабедин также не удается шайбу за воротами оставить. И снаряд все-таки отправляется на Исмаилова в среднюю зону. Исмаилов. Пройти четверых оппонентов вряд ли не удастся. Ошибка в передаче. Он, хоккеистов команды Ташкент Селект, Лопухов, до броска дело бы довести. Ой, как славно могло бы получиться, но не в этот раз. Покатили в атаку ташкентцы. Тут ребята заходят. Шайба отправляется по борту. Не самая точная передача. Заброс в чужую последовал от ташкентцев. Положение вне игры фиксирует арбитр. И на самом-то деле в этой ситуации это скорее плюс для команды Ташкент Селект, так как могло это для них закончиться вообще нарушением численного состава, а не вне игры. Вне игры это еще так, лайтово, я бы сказал. Выбрасывание. Осталось за ташкентцами Халевин. Халевин. Угол площадки сместился. Шайба была потеряна. Отправляется снаряд на ближний. Валентинов первый на подборе. Валентинов на дальний. Синяя линия была перекрыта ташкентцами. Шайба все-таки выброшена. Все-таки выброшена из зоны хоккеистами команды Горняк. Проброс здесь будет зафиксирован. И нас с вами ожидает вбрасывание у ворот Инарбека и Сена. Вбрасывание. Остается за командой Ташкент Селект. Халевин. Халевин смещается на пятак. Доброска дела Богдану довести не дадут. Снова проброс. Снова от Рудничан. И снова нас, друзья, соответственно, ожидает, да, вбрасывание у ворот Энербека и Сена. Вбрасывание. Остается за Руднинчанами. Вывести шайбу из зоны не удается. Бросок от синей линии оказался не точно. Шайба отправилась за ворота. Там на подборе Попов. Оставление на Ермолова. Ермолов на пятак сместился. Оставление Азимову. Салахиддин на синюю поднялся. Оставил Ганиеву. Читалось это, конечно. Мухамадийора сразу накрыли вдвоем. Не дали за ворота залезть. Борьба продолжается у ближнего борта. Септа. Вроде как перехватил снаряд, то попал тут же под давление от Ермолова. Азимов в итоге на синий. Хороший перевод находит на дальнюю. Хусамбоев. Бросать Дербик не решился. Хусамбоев крутанулся раз, крутанулся два. За воротами шайба оказывается. Снаряд под контролем команды Горняк. Лопухов парашютом в среднюю отправляет шайбу. На подборе первым оказывается Илья Попов. Хорошо отработал ногами 17 номер. Агупову клюшку приподнял. И просто не позволил тому даже попробовать за шайбу там добороться. Попов. Классный сольный проход. Есена не переигрывает 17 номер. Попов.
углу площадки, оставляет снаряд на партнера. Ермолов там доборолся, Попову вернул, Попов на синюю, от синей линии заброс в угол организовать не вышло. Валентинов перехватывает. Лопухов и Худяков убегают в контратаку. Худяков развернулся. Потерян был там снаряд, потеряно равновесие. И это, друзья, удаление в составе ташкентцев за подножку. Да, тут я с арбитром опять же соглашусь. Так, Куйсомбоев зацепил там Ходякова и вполне себе закономерно отправился Дюрбек на скамейку штрафников своей команды. Брался мне. Остается за командой. Горняк, шайба была в средней, да, да, зоне подобрана. Перевод пошел на Шкундин. На Шкундин. Под красную. Хорошая передача на Гузовского. Гузовский. Потерял снаряд, уходит в чужую. Снаряд оказывается под контролем Халивина. Богдан дорабатывает ногами. Халивин. Халивин. Сместился в угол площадки. Халивин. Дальнего борта. Чуть было клюшки не лишился. Халивина там в борт. Очень так жестко в спину толкнули. Арбитр не обратил внимания, видимо. Абдувасиков. Вещается на ближний борт Абдувасиков. По борту передача пошла под синюю линию. Пас не самый точный. На подборе Худяков будет первым. Худяков. За ворота. Передача не точная оказалась. Шайба. У ближнего борта под контролем команды Горняк. Покатили ребята в атаку. Потерян снаряд на входе в чужую. Халивин. Халивин. У дальнего борта заброс чужой организовать не получается у 55-го номера. Ниязов на подборе в углу площадки первый. Что тут не понравилось арбитру? Неужто еще одно удаление нас ожидает в составе ташкентцев? Нет, видимо проброс. Видимо проброс был зафиксирован. Да, рудничане отправляются к собственным воротам. Видимо проброс и был. Сбрасывание. За командой Ташкент Селект осталось. Тот же бросок был нанесен по воротам. Шайбу зафиксировал Айнарбек Есин. Сбрасывание. Остается за командой ташкентцев снова и снова бросок и снова, да, на не самый опасный. Вбрасывание остается за командой Горняка. Гупов пытается вывести шайбу из зоны, но дается ему это с большим-большим трудом. Там у дальнего борта его прижали, шайбу забрали и заставили по итогу Валентинова за ворота смещаться, оттуда новую атаку начинать. 30 секунд до выхода удаленного Дюрбека Хусамбоева. Шайба под контролем Лопухова. Лопухов зашел в чужую. Лопухов. Прострел на пятак. Агупов тут вместо того, чтобы, да, по шайбе попасть в Александра, она влетела и после этого в воротах оказался. Шайба под контролем Ильи Попова. Попов не проходит. Елисея Септу максимально спокоен. Сейчас 17 номер. Просто я не знаю. Так смотришь, да, прям какая-то железная уверенность в себе. Елисей Септа даже не дернулся особо. Аккуратно сыграл клюшкой, выбил шайбу и спокойно остался на месте. Попов, Хусамбоев и Ермолов убегают в контратаку. Но положение вне игры фиксирует линейный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дюрбек Хусамбоев залез на секунду буквально раньше. Да какие, на какую секунду, даже меньше, там полсекунды раньше времени, чем за, ну, раньше, чем Илья Попов в зону зашел. И из-за этого супер перспективная атака команды Ташкент Селект была прервана. Упражнение. Остается за командой Ташкент Селект. Бросает Бахадиров по воротам. Не точно. Шайба. Под контролем Абдувасикова. Перевод на Халивина пошел. Синяя линия Ниязовым была закрыта. Халивин поехал. К борту оппонента прижал Ниязов. Падение. Будет ли удаление? Пока мы не видим. Нет, удаление быть... ну, как по мне, должно было быть оно здесь. Но его арбитр почему-то не выписал. Шайба отправляется вперед на... По-моему, скидка на Абдувасикова пошла. Абдувасиков.
чужую зашел, но там партнеры раньше времени залезли, еще одно положение вне игры. Выбрался мне. Остается за командой Ташкент Селект. Шайба будет в площадке. Попов отправляет шайбу на ближний борт. Можно водить шайбу из зоны Азимова. Салахидин хорошую передачу находит на Ермолова. Ермолов зашел в чужую. Снаряд под контролем Шкондина. Оказывается, Шкондин за ворота сместился. По борту шайбу отправляет в среднюю. На подборе здесь первым оказывается Хусамбоев. Дюрбек начинает на ближний борт укатывать. Передача пошла по борту вперед. Ермолов на Хусамбоева. Хусамбоев выше ворот заряжает. Синяя линия перекрыта была. Заброс за ворота последовал. На подборе Прокопенко. Прокопенко. По борту передача на Исмаилова. Исмаилов пытается вывести шайбу в среднюю. Снаряд оказывается у ближнего борта. Передача пошла назад. Тут же пас под красную линию на Хусамбоева. Хусамбоев зашел в чужую. Дюрбек неплохо за ворота укатил. Хусамбоев. Оставление на Азимова. Салахидин. Дюрбек площадки выкатывает. Поднял на синюю линию. Оставление на партнера неплохое. Попов. 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 Протащил и даже бросил неплохо. Но Айнарбек Есен снова выручает свою команду. Ганиев. Под красной линией шайба подбирает Мухаммадиёр. Зашел в чужую. Ганиев. Ганиев. Зацепили его там. Да, однозначно Прокопенко за ногу там Ганиева подцепил. Удар соперника коленом, по-моему, выписан был Прокопенко. Сейчас я вот не увидел, потому что арбитр показал то ли подножку, то ли удар коленом. Тут, в принципе, не важно. Да, опять же. Главное, мы знаем, 2 минуты было выписано до 7 номеру команды Горняк. И ближайшие 2 минуты проведут родничане в меньшинстве. Бросание. Остается за командой Ташкент Селект. Бросок по воротам. Добивание организовать не удалось. Шайбу из зоны Валентинов выводит Ниязов. Перевел на Камалова на дальний. Камалов зашел в чужую. Неплохо. Оставление на партнера на синей. Бросок Халевину. Мощный выстрел. Шайба прилетает в шлем Энербику и Сену и покидает пределы площадки. Не осталось за ташкентцами. Камалов. Шайбу контролирует в углу площадки. Камалов. Неплохо выкатывает на пятак. Тоже, да, очень любит этот защитник к атакам подключаться. И по ходу сезона не раз он нам это демонстрировал. Но вот последний, да, на третий тур я точно помню. И вот на четвертом пока. Камалов, да, уже как-то не так активно, что ли, в атаке смотрится. Может быть, поменялась установка от тренера, что тоже, да, конечно, вполне себе реально. Там, не знаю, сказали Камалову так сильно вперед не лезть. И Камалов теперь уже чуть больше, да, как-то на оборону фокус держит. Ниязов. Ой, какая ошибка в передаче. В никуда пас просто пошел. Халевин вынужден был подстраиваться. Халевин на Камалова. Камалов на пятак. Великолепная передача. Бросок успевают заблокировать рудничане. Шайба у Бахадирова, Мухаммадали. На пятак прострел. Абдувасикову в касание бросить не дадут, конечно. Шайба, выведенная из зоны, будет Лопуховым сейчас. Лопухов парашютом отправил снаряд к воротам Александра Ана. Отсюда будет начинаться новая атака ташкентцев. Передача на ближний на Азимова. Салахидин зашел в чужую. Азимов. Оставление на Ганиева. Мухаммадиёр на Азимова оставил на синий. Азимов вернул Ганиеву. Ганиев сам накатывает. Бросать не решился. Капитан Ганиев поднял на синюю линию. Азимов оттуда может бросить сейчас. Салахидин. Хороший бросок. Шайбу, да, среагировал и отразил Энербек Есен. Азимов
Перевод на дальний. Бросок по воротам. Неточным оказался. Хусамбоев на подборе за воротами первых. Хусамбоев на синюю. В полном составе тем временем команда Горняк. Прокопенко уже тут как тут. Хусамбоева обокрал. Шайба из зоны была выведена. Но так, да, чисто задачу минимум выполнили. В атаку прокатить, конечно, не удалось. Прокопенко. Угол площадки снаряд. Попадает Шкондин под силовой прием. Борьба продолжается в углу. Там, да, двое игроков ташкентцев против троих рудничан. Шайба оказывается под контролем Агупова, по-моему. Тут ее отправляет по борту. Синяя перекрыта. А вот тут момент для броска. Янарбек Есен. Как его пробить-то? Просто парень сегодня снова в великолепной форме и снова тащит каждый просто эпизод. У нас уже остается менее 5 минут до окончания второго периода, друзья. А ташкентцы по-прежнему не смогли открыть счет своим шайбам в этой встрече. Да, рудничане же своими моментами пользуются просто на ура. То есть, да, было у них там вот как раз-таки опасных, прям супер опасных моментов по итогам двух периодов. Но я бы сказал, что было их буквально там несколько штук, да. Два как раз-таки выхода один на один, оба из которых по итогу закончились взятием ворот. Ну и, может быть, еще парочка каких-то таких полумоментов, но прям вот настолько, да, прям опасных, я не помню, помимо выходов один на один с голкипером. Ну и реализация пока у команды Горняк просто шедевральная, да. Два момента, две шайбы забросили, ну и теперь достаточно просто не пропускать. Айнарбек Есен в этом команде очень сильно помогает. Лопухов бросил мимо. Шайба отправляется в среднюю. Ермолов. Ермолов-то, прошу прощения, Шахабедин был, не справился с приемом. Звучит свисток арбитра. Шесть человек в составе команды Горняк было в этом эпизоде зафиксировано. Минуты 59 секунд, друзья, остаются до окончания второго периода нашей встречи. Счет на табло у нас 2-0 по-прежнему. Ну и две из этих четырех, по сути, минут проведут в большинстве хоккеисты команды Ташкент Селект. Бросок в ближний угол последовал. Айнарбек Есен выручает команду и снаряд накрывает. Сомнение. Остается у ташкентцами, поднимается шайба на синюю линию. Ой, какая ошибка! Снова на синей, снова убегает Исмаилов 1-1. В этот раз Александр Ан команду выручает. Да, ташкентцы сегодня решили, видимо, в большинстве наоборот, да, только своим воротам угрозу создавать. Я не знаю, прям две такие грубейшие ошибки на синей линии по итогу привели к выходу 1-0. В тот раз Лопухов реализовал, в этот раз Исмаилов с этой же задачей-то не справился. Халевин. На синюю поднял Ниязов. С разворота на ближний. Передача пошла. Шайбу Халивина. Халивин. Оставление на партнера. Ответная передача тут же от Бахадирова. Халивин. Попал под давление от Септис. Халивин. Оставление в итоге на Бахадирова. Мухаммад Али. Заворот. Выкатывает. Ищет партнеров. Нужно. Нужно идти пас на синюю по-хорошему. В итоге скидка идет в угол. Абдувасикову. Абдукаюм на пятак сместился, понимал, что передача не пройдет, вынужден был бросать сам, а там все перекрыто в ближнем углу. Шайба на синий, Бахадиров перевел Ниязову, Ниязов, момент для броска, и все-таки удается ташкентцам открыть счет своим шайбам в этом втором периоде. Наконец-то, наконец-то. Тут уже, да, и правда, заслужили эту одну заброшенную шайбу хоккеисты команды Ташкент Селект 100%. На одну шайбу в этом матче они уже точно наиграли, но никак не удавалось переиграть Энербека Есена. И наконец-то удалось это сделать ребятам. Давайте посмотрим за еще разок за броском Ниязова. По-моему, в Халивина шайба на пятаке не попала. Попробуем вслушаться в то, что скажут нам на арене в Шымкенте. Не, по-моему, чистый бросок. По-моему, шайба не меняла никак траекторию. Значит, Ниязов, собственно, и отличается. Шайба под контролем Азимова. Так, пытался я вслушаться, да, что там объявляют, но... Не получилось, не получилось, к сожалению. Шайба под контролем команды Горняк покатил в атаку Валентинов. Валентинов через шайбу в районе красной линии. Азимов зашел в чужой Салахидин, бросает низом. Айнарбек Есен среагировал. Азимов.
Оставление шикарное на Попова. Попов на пятак сместиться не дали. Прострел еще один. И ташкентцы сравнивают счет, друзья. Вот это да, вот это хоккей. Да, молодцы, молодцы игроки ташкентцев. Все-таки наконец-то, видать, проснулись. Наконец-то их прорвало. Две подряд шайбы влетает в ворота команды Горняк. Давайте глянем, как это еще раз произошло. Ермолов с разворота выкатил на Азимова. И Салахидину уже, да, оставалось просто подставить клюшку здесь, чтобы переправить шайбу в ворота. Вбрасывание. Остаются за рудничанами. Исмаилов отправляет шайбу вперед. Заброс за ворота не удался. А шайба оказывается в средней под контролем ташкентцев. Покатили ребята в атаку. В зону зайти удастся. Да, спокойно заходит Попов. Никто ему не мешает. В шлем голкиперу прилетает снаряд. Не стал просить Эйнарбек и Сен. Тут паузу. Попов на синюю поднял. Хусамбоев ошибается в приеме этой передачи. Ганиев. Ганиев. Зашел в чужую. Мухамадиор. Смещается в угол площадки. Ганиев на Азимова. Азимов. Передача хорошая. Момент для броска. Заблокирована была эта попытка. Вывести шайбу из зоны Исмаилова удастся. А ведь ногами еще доработать. И Ганиева пройти. Исмаилов не переигрывает она. Еще один бросок от Ильяса. Шайба отправляется за ворота. Азимов по борту Салахидин отправил шайбу в среднюю. Там Попов. Арбитр ему помешал, Попов в итоге вынужден был там как-то крутануться, уйти от всех, и все-таки шайбу в среднюю вывел. Наброс на ворота. Александр Ан принимает решение шайбу тут не фиксировать. Ганиев. Последняя минута первого периода. Отправляется шайба Ганиевым по борту в среднюю, под синюю линию. Тут никого из партнеров не было. Септа. Теряет шайбу Елисей. В итоге Попов отрывается от оппонентов. Попов на пятак. Филигранная передача. До броска дело не доходит. Шайба на синей линии оказалась. Ганиев. Хорошая передача на дальний пошла. Прострел на пятак. До броска дело не доходит пока. Хусамбоев смещается. Дюрбек в атаку. Тут до заворота укатил Хусамбоев. Прострел. Не прострел. Это даже бросок по вороту целенаправленный. Реагирует голкипер. Вбрасывание остается за ташкентцами. Шайба отправляется на синюю. Камала вбросил. Шайба не зафиксирована была. Она там где-то под игроками на пятаке валяется. Точно не под голкипером. Ну и оттуда у нас потасовочка может завязаться сейчас. Там Прокопенко, там Халивин, там все ребята, да, борьбу такую активную на пятачке ведут. Но ни к чему, я думаю, это не приведет. Спокойно ребята разъедутся и на вбрасывание отправятся. Вбрасывание отправлено было в среднюю зону. На подборе. Ой, на подборе, прошу прощения, на вбрасывание. Абдувасиков против Лопухова. Последнее наверняка вбрасывание в этом втором периоде. Ну, либо же одно из последних, как минимум. Камалов в среднюю выводит. Передача хорошая прошла. Можно в зону заходить. Халивин протащил шайбу. До броска дело не дали довести Богдану. Шайба была выведена в среднюю зону. И на этом, друзья, видимо, второй период нашей встречи подошел к концу. Мы с вами отправляемся на 15-минутную паузу, перерыв в нашем матче, отдыхаем, слушаем музыку.
Ну что же, друзья, мы с вами возвращаемся в эфир. Стартует третий и заключительный период нашей встречи. Еще одно табло у нас. 2-2, конечно же. Равенство на табло у нас по итогам двух периодов. В первом периоде две безответные шайбы забросили рудничане. Во втором периоде им тем же ответили ташкентцы. Ну и третий период обещает быть крайне захватывающим. И вот тут сразу атака Губов. Не забивает Артем, не попала шайба в створ. На подборе Лопухов за воротами первый. Лопухов. И за воротами хотел доброскать, а не до какого тут не довести. Ганиев. Зашел Мухаммад Йор в чужую. Ганиев смещается за ворота. Мухаммад Йор. Отправляет шайбу за ворота. Неплохо. Азимов попадает под силовой прием. Валентинов. Оставление на Лопухова. Лопухов не успевает ход набрать. Шайба оказывается под контролем ташкентцев. Передача пошла в среднюю. Пас неточный на подборе. Первым за воротами Прокопенко окажется. Прокопенко. По борту на Губова вывела. Губов. Средняя передача. Шикарный пас на Валентинова. Валентинов доработал ногами. Александр Анклюшки сыграл. Шайба оказывается под контролем партнеров Александра. Снаряд ближнего борта. Попов в центр отыгрывает. Зацепился Азимов. Салахидин зашел в чужую. Азимов. Протащил шайбу. Не удалось до броска полноценного дела довести. Зато удается сделать это Илье Попову. И это, друзья, третья для ташкентцев шайба в этой встрече. Великолепная передача от Салахидина Азимова. И отличный бросок от Ильи Попова. Отмечаем себе обоих игроков команды. Ташкент Селект, Салахидин Азимов, Илья Попов. Молодцы, ребята, сделали все здесь максимально. Да, правильно, максимально. Я не знаю, как все быстро. Быстро сориентировался Азимов, нашел Попова передачи, Попова уже потеряли на пятаке, абсолютно там один находился, и голкипера без особых проблем переиграл. Вбрасывание остается за командой Горняк, Септа. Отправляет снаряд по борту за ворота, на подборе. Первыми оказываются ташкентцы, передачу отправить в среднюю зону пока не удалось, чтобы на пятаке Ан. Просто на щитках, да, на щитке опустился, ничего там вообще не сделать буквально, просто низ весь перекрыт абсолютно. Септа переводил на дальний, пас не проходит, Камалов зашел в чужую, синяя линия была перекрыта, Мухаммад Али Бахадировым. Бахадиров теряет у дальнего борта, передача в среднюю, не прошла, вот тот момент неплохой. Заходит в чужой Абдувасиков попадает под силовой прием в углу, тем не менее сумел уйти от опеки Абдувасиков. Хорошую передачу нашел на Бахадирова. Мухаммад Али не попадает в створ. Халевин. За воротами перехватывает снаряд. Халевин на пятак. Прострельная передача. Бахадиров до шайбы не добирается. Выведена будет шайба из зоны Септы. Септа. Перевел на дальний момент для Исмаилова. Исмаилов, да, здесь до шайбы не доберется. И прекрасно сам понимает это Ильяс. Передача пошла в среднюю. Хорошая передача под синюю на Халевина. Халевин. Халевин, бросок в ближний угол, шайбу фиксирует Айнарбек Есен. Сбрасывание осталось за рудничанами. Прокопенко. Сместиться попытался на дальний, там контроль над шайбой потерял. Отправляется снаряд в угол Федоров. Первый на подборе, перевел Федоров на ближний. Тут попробует Едигенов добороться. Шайба под чьим контролем окажется, под контролем Рединова. Прострел на пятак, Шахабедин не справляется с приемом. Шайба отправляется к воротам ташкентцев. На подборе Муминов, Шахриор сместился за ворота. Муминов. Перевод неплохой для партнера. Дальше передача пошла в среднюю зону. Да, такой очень, опять же, опрометчивый пас. Видно было прекрасно, что Рединова там уже, ну, накроют. Шкунтин находится неподалеку и прекрасно видит, да, ту же ситуацию на площадке. Наверняка Шкунтину не будет, да, там сложно сделать шаг вперед, чтобы Рединова накрыть. Поэтому стоит дважды, да, подумать перед тем, как подобные передачи отдавать. Шайба под контролем Шахабедина. Шахабедин забросил в чужую на подборе первым за воротами. Оказывается, игрок Рудинчан. Отправляется шайба по борту в среднюю на подборе. Ганиев уже у собственных ворот оказался. Мухаммад Йор за воротами расположился. Ждут, пока его прессинговать поедут. Кириневич в итоге заставил Ганиева здесь отправлять передачу вперед на Шахабедина. Мухаммад Амин в центр выкатывает. Шахабедин на Азимова. Азимов под синюю линию вытаскивает шайбу. Азимов вынужден выводить шайбу в среднюю.
Хидин. С Поповым обыгрался. Азимов. Заходит в чужую. Азимов. 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 На паузе бросает в ближний угол. Не удается ему голкипера переиграть. Шайба под контролем команды Ташкент. Селект. Попов протащил шайбочку. До броска дело не дошло. Шайба из зоны выведена будет сейчас рудничанами. Пас в центр. Азимов забирает снаряд под свой контроль. Азимов. Оставление Попову. Попов. Смещается на дальний. Заброс в зону отеля и последовал. На подборе Прокопенко. Прокопенко. За воротами. Крутанулся. Прокопенко отправляет шайбу по борту. На ближний. Ближний борт был перекрыт. Шайба выкатывается в среднюю зону. Тут на подборе оказывается первым Ганиев уже у собственных ворот. Звучит свисток арбитра. Вбрасывание нас ожидает у ворот. Рудничан. Сбрасывание. Остается за командой Горняк. Шайбу из зоны можно выводить сейчас. Прокопенко отправляет снаряд вперед по борту. Передача хорошая прошла. Тут же прострел на пятак не проходит. Камалов цепляется за снаряд. Шайба остается за воротами. Лопухов, да, опять же, еще будет с разворота как-то выкатить на пятак. Пас не проходит. Шайба оказывается в средней зоне под контролем Шкондина. Шкондин на Валентинова. Передача неточная оказалась. Шайба оказывается в углу площадки. На подборе первым оказывается Ниязов, по-моему. Ниязов отправляет шайбу на Абдувасикова. Абдувасиков. Из зоны Абдукаем шайбу будет выводить. Сам покатил вперед Абдувасиков. Зашел в чужую. Бросок низом. Хлесткий получился, но не точно немного. Бахадиров. Заброс в угол Мухаммад Али организовать не дали. Шайба под контролем команды Горняк. Заброс последовал в чужую. Александр Анда шайбу зафиксировал. После этого решил ввести ее обратно в игру, чтобы партнеры могли новую атаку начать. Камалов. Из-за ворот начинает раскатываться. Камалов. Оставление на партнера. Халивин. Нет, не Халивин. Это был Абдувасиков. Тот был Абдувасиков. С неудобной бросает в ближний для себя угол. Шайба и Нарбек Есин зафиксировал. Остается за командой Горняк. Шайба у ближнего борта под контролем Жунусова. Жунусов перевел за ворота. Септа продлевает на Исмаилова по борту. Исмаилов на Септу. Септа дальше в среднюю. На подборе первым оказался Мухаммад Амин Шахабедин. Шахабедин на ближний попытался сместиться. Исмаилов также в центр укатить не дали. А вот тут момент у Гузовского. До броска дело довести не дадут. Местного номера шайба отправляется в среднюю зону. Ближнего борта под контролем команды Горняк. Передача пошла по закруглению на дальний. Дальнего борта Исмаилов. Поднимает шайбу Исмаилов на синюю. Пас неточный. Шайба под контролем команды Горняк. Жунусов на дальний сыграл на Прокопенко. Прокопенко с разворота в среднюю. Исмаилов. Передача отправляет на ближний. Жунусов под синюю линию. Хорошая передача пошла. Было касание. Никакого проброса тут уже быть не может. Перевод от Бехруза Бахадирова на дальний. Передача дальше пошла в среднюю зону, где нету буквально никого. Шкондин развернулся. Попытка оставить шайбу партнеру была не самая да, здесь выверенная. А вот тот момент уже Хабидина. Может быть, Мухаммад Амин. Перекладина спасает ворота Айнарбека Есена. Шайба за воротами. Под контролем Рудинчан. Вывести ее из зоны не удается. Перевод пошел на Хусамбоева. Дьорбек. Не стал бросать, сам смещается он в угол площадки. Хусамбоев попал под силовой прием на подборе. Шахабедин, да, очень вовремя оказался. Мухаммад Амин бросает дальний. Не попадает шайба в створ. На синей зацепиться не удается ташкентцам. Шайба отправляется в угол площадки. Тут на подборе Хусамбоев. Первым, да, оказался. Забросил шайбу за ворота. Он не успевает, Шкундин. Шайба отправляется под синюю линию, где успевает появиться, да, игрок ташкентцев, если я все правильно понимаю. Нет, вышли. Нужно выйти из зоны. Кричат там ташкентцам просто все. Но успели выйти из зоны хоккеисты команды Ташкент Селект. Ермолов еще и в прессинг покатил. Заставили ташкентцев своих оппонентов в передачах ошибиться. Попов, перевод на Хусамбоева на ближний. Дьорбек.
Пытается на пике уйти. Хусам Боев по борту. Передача пошла на ближний. Наводить шайбу из зоны. Синяя линия не была перекрыта. Попов. Раскатился Илья. Смещается на дальний борт. Попов. Неплохо. Заходит в чужую. Попов. До броска дело не доходит. Скидка нужна на пятак. Попов ждет все это время. Так же, как, собственно, и Хусам Боев на синей линии. А вот тот момент для броска у Ганиева. Мухаммад Дьер мощно зарядил. Блокируется эта попытка. И шайба покидает пределы площадки, насколько я понимаю. Вбрасывание нас ожидает у ворота Инарбека и Сена. Вбрасывание остается за командой Горняк. Шайба из зоны выведена не была. Хусам Боев зарядил. Блокирован бросок. Шайба оказывается в углу площадки. Синяя линия закрыта Ганиевым. Наброс от Мухаммада Юра. Блокируется. Это попытка. Шайба. У дальнего борта. Подхватывается Лопуховым. Лопухов. Покатил в атаку. Лопухов. Ганиева не проходит. На подборе Ермолов. Первый Ермолов. Пытается вывести шайбу из зоны. Снаряд здесь, под контролем Азимова. Азимов зашел в чужую. Салахидин сместился в угол площадки. Азимов. Там его придавливают родничане за воротами. Ну как придавливают? Да, просто пытаются не выпустить из-за ворот. Как раз таки Салахидин, Азимов. Хорошее оставление. Обыгрались ребята. Попов. Попов. Угол площадки разворачивается. На синюю линию отправить не удается. Снаряд. Шайба у ближнего борта. Под контролем команды Горняк. Из зоны шайба не выходит. Синяя линия перекрыта. Дюрбек Хусамбоев. Как хорошо скорость он набрал. Выкатил на Попова. Илья в касание в ближний. Айнарбек Есен. Надежен. Мне. Остается за командой Горняк. Можно выводить шайбу из зоны. Худяков не смог по борту ее отправить. Камалов переводит на дальний. Там Шкондин первый вместе с Халивиным. Да, Халивин. По итогу на синюю линию шайбу поднимает. Ниязов. Заброс за ворота последовал на подборе. Первым оказывается в угол площадки Шкондин. Шкондин. Нужно оттуда вылезти по-хорошему из этого угла площадки. Шайба в итоге оказывается под контролем Гузовского. Гузовский к воротам соперника. Пролезть вряд ли удастся. Мухаммад Али Бахадиров. Смещаться начинает в центр Бахадиров. Бахадиров на скорости. На хороший Бахадиров. Зашел в чужую. Шкондина ушел. Мухаммад Али на пятак. Передача не точная. На подборе на синий Камалов. Камалов. Заброс в угол организовать не вышло. У ближнего борта по-прежнему. Под контролем ташкентцев. Абдувасиков зашел в чужую. Абдукаюм по дальнему борту. Абдувасиков попадает под силовой прием. Шайба в площадке по-прежнему. Развернулся, пытается Мухаммад Али Бахадиров. Бахадиров сместился за ворота. Передача нужна на синюю линию куда-нибудь. Бахадиров. Мухаммад Али, ну в итоге да, так не нашел никакой передачу. Успели его там накрыть, прижать, зажать. В общем, ничего не получилось сделать. Шайба ближнего борта. Под контролем команды Ташкент Селект. Халевин вместе с Камаловым попали под давление от Худякова. Но успели там, да, как-то обыграться, найти пространство. Отправляет Камалов шайбу на дальний. Перевод на ближний не проходит. Шайба под контролем Мухаммада Али Бахадирова. Бахадиров попадает под давление от Кириневича. Какой красавец Тимур, как доработал, как доборолся. Просто умничка, но немножечко не хватило совсем Тимуру, чтобы еще и голкипера там оставить не удел. Халевин. Падение в очень опасной позиции. Худяков не переигрывает Александрана. Пожар. Просто пожарище у ворот ташкентцев. Ну и нужно что-то с этим явно делать. Ребятам нужно что-то придумывать. Шайба отправляется к воротам Инарбека и Сена. Прокопенко на подборе первый. Прокопенко вывести шайбу в среднюю вряд ли удастся. Камалов синюю перекрыл. Камалов за ворота не пускают его. Шайба с ближнего борта. Перевод на дальний пошел.
Шайба под контролем Ганиева. Мухамедиев разобрал в чужую. За ворота организовать не удается. Шайба оказывается в средней зоне. Нет, в средней не оказалось. Синяя закрыта. Азимов, Салахидин сместился на ближний. Отправляет за ворота шайбу. Халивин там. Халивин против него Прокопенко борьбу ведет. Шайба на пятак. Нет, не выскакивает. Вывели из зоны шайбу родненчанину. И попробует цепляться Агубов сейчас. Парень-то быстрый, парень габаритный. Но Ганиев первый на снаряде. Мухаммад Йор раскатился. Покатил Ганиев в атаку. Ганиев, Ганиев на дальнюю. Ой, какая передача. Не удается замкнуть ее на дальней штанге игрокам ташкентцев. Хусамбоев на подборе первый. Ну, собственно, хворот Хусамбоев. Выкатил за ворот. Передача отправляется в среднюю зону. Попов попробует цепляться за шайбу. Снаряд оказывается под контролем команды Ташкент Селект. Передача назад пошла. Самбоев с Ганиевым ошибаются. Здесь при попытке обыгрыша. Момент для Губова. Не попадает шайба в створку. Соброска 91 номера. Совет у дальнего. Валентинов на синюю поднимает. От синий бросок не получился. У Елисея Септа. Септа. Теряет шайбу Елисей. Момент для Мухаммадали Бахадирова. Бахадиров. Оставление на Шахриера Муминова. Муминов за ворота. Шайба под контролем, по-моему, Ниязова там. Передача великолепная на ближнюю штангу. Как же накатился-то Дюрбек Хусамбоев. И только лишь, да, реализация подводит. Тут еще и Жунусов блокирует опаснейший бросок Попова от синей. Попов на синюю снова поднял. Муминов бросил. Серия рикошетов. Добивание от Хусамбоева. Снова серия спасения от Эйнарбека и Сена. Шайба у Азимова. Салахидин забросил в угол площадки. Попов накатывает. Передача на Илью. Успели Илью накрыть в этот раз. Ермолов на Попова вернул. Попов. Ермолов. В углу площадки действует. Ермолов. Куда же дальше? Отправит-то шайбу. Оставление Попова. Обыгрались ребята. Ермолов снова шайба оказывается. Ермолов на синюю. От синей. Бросать нужно. Бросать. Передача идет на ближний. Муминов заряжает. Заблокирована попытка. Азимов бросает выше ворот. На подборе Азимов у дальнего первый. Салахидин на синюю линию передачу отправил тут. Да, не точный пас оказался. Шайба отправляется под красную. Тут скидка от Хусамбоева. Хорошая на партнера. Зайти в зону удается. Бросок по воротам от Попова. Реагирует Есен. Шайба у Жунусова. Жунусов из-за ворот будет раскатываться. Жунусов. Передача на дальний. В центр на Исмаилова. Исмаилов к воротам пролезть не удается. Шайбу Камалова. Тимур. По закруглению. На дальний. Оттуда ташкентцы будут выводить шайбу из зоны сейчас. Перехват от родненчан. Гузовский. Падение от 11 номера. Передача на Исмаилова проходит. Исмаилов бросает в ближние зубойнейшие позиции. Александр Ан в игре. Александр Антон, да, приводит амуницию в порядок. Так, ну что же, видимо, готов голкипер. Остается у нас чуть-чуть больше 4 минут. 4 и 15 секунд, если быть точным. Выбрасывание за Гузовским. Шикарная передача. Бросок Исмаилова. Успевает накрыть его ташкентцы. Еще выстрелы, еще добивание. Абсолютно все заблокировали здесь игроки Ташкент Селект. Отправляются ребята в атаку. Камалов. Заброс в угол площадки последовал. На подборе первыми родненчане вывели шайбу на Ходякова. Ходяков отправляет передачу в среднюю. Пас неточный. Халивин залезть в чужую не удалось. Шайба под контролем Ходякова. Ходяков попадает под силовый прием у ближнего. Халивин.
Нет, прошу прощения, не Халевин там был, там Дувасиков был, а Халевин как раз у ближнего борта действует, вот да. Проще мне было, когда в одном звене играли, вот, если вспомнить, опять же, первый, там, второй тур, звено Попова, это у нас были Поповов, Дувасиков и Бахадиров, и там вместе с ними в защите Ганиев, ну и кто-нибудь там с Мухамадиёром, там, кто с ним только не играл по ходу сезона. Хусамбоев играл, Хафизов играл, много, Касьянов, по-моему, с ним появлялся, в общем, дофига народу там побывало. В общем, не суть, да, речь сейчас не об этом, да, когда Абдувасиков, Попов и Бахадиров были в одном звене, путал я Попова и Бахадирова, да, по признаку, что семерка, оба их последняя цифра, и где-то на автомате всплывает одна из фамилий в голову. Здесь ситуация теперь похожая, теперь я путаю Абдувасикова и Халевина, то же самое, цифра 5, и просто в голову иногда взбредает что-то не то, да и плюс где-то просто тороплюсь, может быть. Вбрасывание с ташкентцами, Азимов на синюю, Ганиев с Азимовым обыгрались, Азимов, красиво, Азимов смещается за ворота, Салахиддин, что дальше, Азимов в углу, Лопухов против него, Азимов оставил шагу на месте, Ермолову, Азимов на Ермолова, Ермолов на синюю попытался продлить. Перехвачен был снаряд и выведен из зоны, а тут еще и Жунусов попробует цепляться, шайбу ближнего борта. Чем контролем снаряд мы пока не видим. Шайба отправляется на дальний. Попов там будет на подборе единолично. Первый никто Илье никак там уже помешать вообще не может. Даже близко. Попов из-за ворот выкатил. Отправляет шайбочку вперед. Хорошая передача. Азимов. Салахиддин зашел в чужую. В итоге заброс. Вот Рудничан пошел за ворота Ана. На подборе. Первыми оказались ташкентцы. Оставление хорошее здесь на Салахиддина Азимова. Последние две минуты третьего периода. Передача пошла под синюю линию. Ташкентцев не точно. Лопухов просто в Азимова въехал, как в стену сейчас. Абсолютно, да. Я не знаю, ничего не дал Азимов тут оппоненту придумать. Оставление вот Попова на Ермолова. Ермолов смещался в центр. Попал под жесткий силовой от Лопухова. Шайба оказывается под контролем ташкентцев. Ганиев. Да, показывает он командир партнерам, мол, не торопитесь, не торопитесь, ребят, не торопитесь, торопиться некуда. Сейчас это не в наших интересах. Расположился Ганиев за воротами, просто отправил шайбу по борту. Там уже появиться успели со сменки игроки второго звена. Но бросок последовал в итоге от синей линии, не точно, Денчал. Шайба в площадке. Выкатывается на пятак, опасный момент, Исмаилов бросить не дадут. Шайбу из зоны снова вывели ташкентцы. Это оказывается здесь... У Шкондина, Шкондин на Худякова, Худяков покатил вперед, Худяков, оставление на Исмаилова, Исмаилов сместился в угол площадки, отправляется шайба по закруглению на ближний, снаряд оказался ему дальнего борта, покатили в атаку ташкентцы, неплохой момент, очень перспективная атака, Мухаммад Али Бахадиров попадает в штангу. Шайба отправляется в среднюю. Тут на подборе Ниязов будет первым. Ниязов. Шайбу контролирует у ближнего борта. Ниязов. Ниязов. Вывести в среднюю зону шайбу удается. Снаряд под контролем Руднинчан. Прокопенко 20 секунд. Последние 20 секунд в нашем матче. Исмаилов не справляется с приемом у дальнего борта. Выведена была шайба в среднюю. И судя по всему, друзья, на этом все. Да, не смогли по итогу руднинчане здесь отыграться. Вели до самой концовки второго периода в счете. Причем вели 2-0. Но после этого как-то подрасклеились. Да, что-то не пошло абсолютно в концовке второго периода. Не пошло также и в начале третьего. И на этом, друзья, звучит финальный свисток, в нашем случае арбитра. Мы с вами теперь уже официально поздравляем команду Ташкент Селект. Теперь уже даже по очкам с ними никому тут не сравняться. Да, вернее как. Ну, они теперь, да, уже 100% там гарантированно вторые. Даже если ясли бы все свои игры выигрывают, больше они не наберут. Ну что же, давайте слушать лучших игроков. Так, давайте посмотрим, кого там отмечают. Жунусов, по-моему. Жунусов у команды Горняк, но лучший игрок матча. У команды Ташкент Селект, кого там озвучили, я не услышал. Так,
кто поехал там, Ниязов? Да, Ниязов поехал. Ну что же, отмечаем себе Амира. И на этом, друзья, наш эфир будем потихоньку завершать. Спасибо всем, кто провел этот матч вместе с нами на канале. Шестой полевой болел за ребят, поддерживал их. Для вас сегодня работал ваш комментатор Андрей Самойлов. До скорых, друзья, встреч в эфире. Всем удачи, всем пока-пока.